Коллеги, рядом со мной Офелия Шафир, компания Литуаль. Здравствуйте. Добрый день. Во-первых, красота неземная, первое, что хочется сказать. И вы точно знаете, что происходит в бьюти-индустрии у нас сейчас. И хочется немножечко вашего экспертного мнения. Ну, не знаю насчет экспертного, но могу вам сказать, что в России женщины самые красивые в мире. Вы про это, я надеюсь, хорошо знаете. Мы про это точно знаем. И нашим женщинам точно не о чем беспокоиться, потому что они всегда будут с нами красивые. У нас все для этого есть и будет. На этом мы закончим наше интервью. Нет, я шучу. Конечно же, хочется узнать, как бьюти-индустрия, в принципе, Литуаль в частности, отреагировал на посылы последних двух месяцев, потому что идет тренд на импортозамещение, и вот насколько хорошо все обстоит у нас с этим. Ну, смотрите, мы реагируем как все, вот, мы такие же люди, человеки живые, вот, но в целом, наверное, нам немножко полегче, потому что мы компания большая, у нас 1000 магазинов, а еще у нас есть собственное производство, 2 R&D-лаборатории с абсолютно новейшими технологиями, и там работают лучшие специалисты на рынке. И у нас в компании наш private label, тушь, например, есть под брендом Litual, топ-10, очень далеко от всех мировых именитых брендовых тушей. Поэтому в целом мы производить можем, у нас все для этого есть. Если коллеги бренда останутся, мы будем рады с ними сотрудничать. Если нет, наши женщины точно останутся с красивыми ресницами, губами, и все будет окей. У нас все для этого есть. Очень хорошо, но вдруг, вот просто хочется узнать для себя, почему-то. Есть ли какая-то позиция, например, там у нас есть помада, есть как тушь, почему я все это знаю, но это не важно. Спасибо. Хайлайтер, да. Да. Но вдруг есть какая-то позиция, которая пока не закрыта российскими производителями и вашим производителем в частности. Может быть, есть какие-то позиции, которые ввозились из одной страны на мулах очень долго по горной тропке, и вот это пока невосполнимо. У нас 60 тысяч ширина ассортимента. И точно есть все, что нужно. Вот. Ну, то есть, если кто-то выйдет с рынка, совершенно точно есть аналоги. У нас нет продуктов, которые незаменимы. Этого я и ждал. Замечательно. Получается, мы готовы абсолютно ко всему. Мы встретим любые невзгоды красивыми. Девочки будут накрашены. Ваши женщины будут всегда красивые, мы это гарантируем. Спасибо вам огромное. И компания Litual. В частности, спасибо огромное от нас и от наших прекрасных женщин. Спасибо. Пожелаем еще процветания, радости, любви. Оставайтесь нашими любимыми. Спасибо большое. До свидания.